все, я дождалась наконец-то этого момента. Ждала его, признаюсь вам, 11 лет. Вот этот вот. Вадим, тебе не холодно? Нормально, дойдешь? Ну возвращайся, возвращайся. Ты конкретно что от меня хочешь знать? Да. Она хотела? Она, знаешь, где-то вниз побежала туда. Ладно, постараюсь. Как хочешь, да. Ничего страшного. Что такое? Thank you.
что терпение и труд, то с каким баллом вас всех приведут? Вы сами тебя переучите. Мы так спешили к этому рубежу, что даже не заметили, как быстро пролетели все эти года, и пришла пора расставаться. И поэтому мы хотим сказать вам то, о чем порой забывали. Мы хотим сказать вам спасибо. Ну вот они, птенчики. Все, вылетают. Вам доверяем планы и мечты. Вам песни все хорошие поются. Вам дарит наш 11 класс прощальный вальс. Thank you.
Вот и конец 11-летнему испытанию. Что я ощущаю? Не знаю. Так, поздравили нас, ребятки. Скромно, конечно. Как-то такое скромное было поздравление. Все такие, все равно еще скованные. Они совсем еще молоденькие. Я мать почти абитуриента. Почему почти? Абитуриент — это же как раз тот выпускник школы, который как раз собирается поступать. Ну, абитуриент, ладно, абитуриентом он у меня станет после того, как сдаст ЕГЭ. Так, первый этап пройден, последний звонок. У нас мы, знаете, решили решать проблемы по мере их поступления. Первая проблема на нашем пути была станцевать вальс, пройти этот вот последний звонок, именно всю процедуру. Пройдено. Следующий у нас этап – ЕГЭ. Сегодня погода такая классная. Я хотела с ними на набережную съездить, но потом решила в последний момент, что я буду мешаться там под ногами. Как-то не, пускай сам едет. Пусть сам съездит, погуляет, прогуляется. Все, следующий этап ждет меня. Городская линейка. Вот куда наши приедут. Ох, скажу я вам, и прохладно сегодня. Прям некомфортно прохладно. Я прям подмораживаюсь, хоть и в пуховике. Пойду-ка я по барам. По барам. Так, ну что, имею право. Сегодня имею право налево. У меня сегодня выходной, и тем более сын закончил школу и допущен к ЕГЭ. И учится хорошо. На набережной сегодня гульнем. Буду ждать своего ребеночка. Потом пойду с ним в кафе, в другое. Там, где меня не видели пьяный. Шучу, конечно. Но сухого вина сегодня себе позволю. Ух, зажигают. Не, в этом кафе нету вина, там только пиво. Пойду я в другое. Ну, прикольно, зажигают. Может, я вернусь сегодня, еще поснимаюсь здесь что-нибудь. Хорошо, что сын оделся. Тепло. Ну, прям некомфортно, я вам скажу. Прохладный ветер. Несмотря на то, что солнечная очень сегодня погода. Озерновская коса. Тут в Петропавловске-Камчатском просто в городе, не говорю о туристических каких-то маршрутах, больше исходить в принципе некуда. Но знаете, вот это место, оно стоит всех других остальных развлечений. Прийти, послушать шум, даже Авачинская бухта звучит по-особому. Ребята, молодцы. О, какой кайф. О, я представляю. Ну, давай второй. Ну, второй, ныряй. Давай, решайся уже. Ныряй, второй.
Че ты? Там, о, второй молодец. Эх, парни, как два дельфина. Камбала, да, представляете? Альтернативы нет. В Яранга. Яранга мне что-то не понравилось в последнее время. Неуютно как-то там я себя стала чувствовать, или слишком какие-то насыщенные жирные блюда, поэтому камбала, вот так.